На сегодняшний день, в сентябре 2014 года, мы достаточно сильно усилили свою претензионно-исковую работу, провели ряд мероприятий, связанных со взысканием задолженности, но, тем не менее, долг населения на сегодня остается более 120 миллионов. Поэтому, в любом случае, призываю граждан соблюдать платежную дисциплину и производить оплату за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме и своевременно.